Ну вот, мы на доске показали, да, вот красным цветом, смотрите, получается у нас точки относятся к акупунктурной, да, до 3 секунд нажимаем, 1-3 секунды. А вот черные стрелочки, да, показаны, давление на точки в тело человека, это триггерные точки, да, с ними работаем по-другому, это примерно секунд 15. Ну, в некоторых случаях можно и там и 20, и 2 минуты даже держать. Значит, по основанию черепа идут вот эти, да, вот. Красненькими показываю точки. Можете поближе подойти, чтобы было видно. Да, вот они. Точка БЗО, где орлиный коготь у нас входит, да? Вот туда, раз, два и три до бугра. До затылочного бугра доходим. Точки, извините, чуть-чуть покажу, вот за ухом. Значит, вот это вот сосцевидный отросток, да, его не трогаем. Над ним, получается, вот точки вот здесь идут, где крепится ухо вот с этой стороны. Точка, да. Потом, ну, соответственно, получается вот глаз, ухо, челюсть. И дальше пошел хребет, но тут я не буду рисовать. И внутренние точки. Потом вот верхние, где стыкуются, да, челюсть, тут буквально рядом находятся точки. Раз, два, три. Вот. Далее точки на волосяной поверхности. Тут вида не будет. Давай, можно я на тебе покажу. Да? Значит, они же и триггерные. То есть, вот смотрите, идет... Да, вот нормально достаешь. Вот идет верхняя часть волосяного покрова, да, вот этот уголок до бакенбард идет, да, соответственно, точки. Вот первая на стыке прям, вторая по центру, получается, да, вот ориентируемся. И третья вот по этой линии вот здесь. Эти точки достаточно болезненные. Чувствуется? Там пережимается еще вена. Вот, я их черными рисую, потому что все-таки они больше триггерные, чем акупунктурные. Потом идут точки, ну давай так, садись, по центру, да, получается. Вот через дерево пополам, да. И вот они через 2 сантиметра буквально, друг через друга. Вот так вот рисуют. Тут в шаолине рисуют иероглифы. Вот примерно вот так вот они доходят до основания черепа. Так, вот, и дальше переходим на шею. Ну, давайте шею здесь покажу. Это центр, вот остистый отросток нащупали, да, прям по центру. Третий, четвертый примерно, да. Отступили по сантиметру с каждой стороны и прямо вот в эту мышцу вертикально вниз. Так, что-то масляное, что ли, не рисуется. Потом сбоку получается вот тут вот, да, прям перпендикулярно. Потом в центр мышцы, локти пошире расставь и плечи расставь. Вот так выдохни. Вот по центру мышцы. Под этой мышцей вот там получается точка. Вот туда надо зайти. Под вот таким вдоль шеи, вот туда прям. Где кременный отросток, чуть отступаем, вот тут получается точка, где уголок лопатки, ищем его, ищем, ищем, вот тут вот хрящик, вот этот вот, вот сюда прям, вот под таким углом давим. Лопатка середина. Лопатка, нижний уголок. Тут прям такая зона. Вот туда даем. Так, где была точка? Вот это. Вот это. И где вот, видим, да, вот мышцы вот заканчиваются.
круглая начинается, вот получается. Вот сюда давим под вот таким углом. И следующая мышца закончилась. Вот здесь вот давим под таким тоже углом. Так, ну можно проверить. Так, вот тут болезненно. Значит, попало. Так. Вот тут болезненно? Да. Вот, значит, попал. Вот она. Так, ну вот это вот основные точки, да, которые нам нужно будет продавливать со стороны шейно-воротниковой зоны. Зафиксируйте, сфотографируйте, да. А потом еще такие же точки там в следующих видео на ногах покажем. На стопах. С вами был Олег Алавгудвин. Снова порция полезной информации, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии хорошие. Если не понравилось, пишите обязательно плохие комментарии, чтобы я ориентировался, что мне исправить, да, или что, какую подачу лучшую выбрать, да, для вас. И я буду нести вам новые и новые полезные знания. До новых встреч, дорогие господа.